Телеканал НТС получил оперативный комментарий Департамента городского хозяйства правительства Севастополя по вопросу ремонта тротуара возле детского сада номер 112. 2 ноября мы рассказывали о том, что внутридворовый проезд по адресу проспекта Октябрьской революции 83 заасфальтировали в апреле прошлого года. Тогда же отремонтировали дорожки вдоль второй гимназии и у главного входа в детский сад номер 112. Однако тротуар протяженностью чуть более 50 метров, соединяющий эти образовательные учреждения, оставили в прежнем состоянии. Начальник управления благоустройства Николай Аралин рассказал, что рабочие дополнительно заасфальтировали несколько дорожек по просьбе местных жителей. Также в этом году в департаменте городского хозяйства разработали проект ремонта пешеходной дорожки от 83 до 89 дома по проспекту Октябрьской революции. Гагаринскому муниципалитету в сентябре этого года была доведена дополнительная субвенция на реализацию в том числе и мероприятий по обустройству тротуаров. Мы сейчас в адрес муниципалитета этот проект предоставим. Если у них будет правовая и техническая возможность реализовать в этом году, значит, тогда в этом. Если такой возможности не будет, ну, тогда мы перенесем на начало следующего года. Я думаю, в первом квартале уже выйдем и закончим. Там объем достаточно небольшой. И инструменты, как оперативную процедуру по определению подрядчика провести, у нас тоже имеются. Николай Аралин отметил, что тротуар приведут в порядок не только вдоль детского сада номер 112, то есть от 83 до 85 дома, а отремонтируют около 150 метров вплоть до 89 дома. На это потратят около 800 тысяч рублей. Сейчас у нас, к сожалению, в департаменте городского хозяйства отсутствуют лимиты бюджетных средств уже 2020 года, до конца года, чтобы это можно было сделать. Ну, будут лимиты на 2021 год, целых 400 миллионов рублей по бюджету департамента городского хозяйства предусмотрено на ремонт тротуара в следующем году. Поэтому, если мы сейчас с муниципалитетом не выработаем правовой подход по реализации там более оперативного, скажем так, вмешательства в этот вопрос, тогда, соответственно, мы это принесем на начало следующего года. Но, как и мы до этого обещали, мы свои везде обязательства выполняли.